самолеты в Советском Союзе стали широко проектировать и строить лишь после Великой Отечественной войны. Не прошло и нескольких лет, как на вооружение поступили винтокрылые машины. Одним из первых стал вертолет корабельного базирования К-15. Рассказ о нем в фильме «Оружие». В начале 50-х годов на вооружении флота США уже имелись вертолеты, построенные по классической отдовинтовой схеме. Они базировались на авианесущие корабли и береговые аэродромы военно-морских районов. В Соединенных Штатах Америки первыми производства вертолетов для военно-морских сил начали фирмы Каман, Косецкий, Сикорский и Белл. Они применялись в качестве транспортно-десантных, поисково-спасательных, противолодочных машин. С вертолета HRP-1 Косецкого в 1948 году впервые в истории авиации с корабля на берег был высажен вертолетный десант. За этой операцией лично наблюдал президент США Гарри Трумэн. Однако при эксплуатации вертолетов на флоте выявилось множество конструктивных недостатков, что стало причиной частых аварий и катастроф. Все эти машины имели большие массогабаритные размеры. К тому же в условиях пилотирования над морем они были плохо управляемы. Камовская машина обладала многими преимуществами над американскими моделями. Помимо того, что для него требовалась небольших размеров площадка, он еще и менее чувствителен к скорости и направлению ветра. Это весьма важная характеристика в связи с тем, что при движении на вертолет, при движении корабля на вертолет набегает воздушный поток, а от корабельных надстроек он приобретает турбулентность, а вертолет соосной схемы к ветру и его турбулентности менее чувствителен. Поэтому он может взлетать при разных направлениях ветра по отношению к кораблю. В арсенале военно-морских сил США соосных вертолетов не было. Поэтому руководство Советского военно-морского флота требовало в кратчайшие сроки приступить к оснащению боевых кораблей мобильной авиационной техникой. Первые вертолеты Камова модели К-10 использовались для решения тактических задач во взаимодействии с кораблями и береговыми силами флота. Очень скоро моряки убедились в том, что винтокрылые машины являются незаменимыми боевыми механизмами. Вскоре главный штаб военно-морского флота СССР сформировал новый заказ. Морякам требовались более мощные тяжелые машины, которые могли базироваться и на корабли, и на приморские аэродромы. Эти вертолеты планировалось принять на вооружение и выпустить крупной войсковой серией. Новая модель отличалась от своих предшественников К-8 и К-10 коренным образом. Вертолет имел четырехопорное убирающееся колесное шасси. Однако в условиях корабельного базирования вместо колесной опоры применялись резиновые подушки для большей устойчивости машины на палубе корабля во время шторма. Вертолет имел два топливных бака. Компоновка была традиционной. Люди вперед, двигатель назад. Закрытую двухместную кабину выполнили из дюралюминиевого сплава. Форма носа фюзеляжа и остекление кабины обеспечивали экипажу хороший обзор. Сдвижные двери позволяли в случае необходимости оставлять их открытыми. В небольшом объеме разместилось оборудование, необходимое при поиске подводных лодок. Вертолет получил обозначение К-15. 14 апреля 1953 года машина совершила первый полет. К-15 – одноместный вертолет соосной схемы. Название по классификации НАТО – ХЭН. Максимальная взлетная масса – 1460 килограммов. Длина – 6,3 метра. Высота – 3,4 метра.
Диаметр главного винта 10 метров. Силовая установка. Двигатель АИ-14 мощностью 255 лошадиных сил. Максимальная скорость 155 км в час. Динамический потолок 3500 метров. Практическая дальность полета 350 км. Полезная нагрузка 1 пассажир или 364 килограмма груза. Войсковые испытания новой камовской разработки проходили на артиллерийском крейсере Черноморского флота «Михаил Кутузов». В условиях шестибального шторма вертолет успешно выполнил все упражнения. Государственные испытания показали надежность машины в условиях ветра и корабельной качки. Полученные летно-технические данные К-15 оказались выше проектных. Характеристики управляемости, свойственные соосному вертолету, и компактность машины позволяли выполнять взлеты и посадки с очень ограниченных площадок. Командование военно-морского флота утвердило эту модель вертолета как базовую для боевых кораблей Советского Союза. Корабельные вертолеты по принципу работы и внешнему облику подобны соответствующим вертолетам сухопутного базирования. В зависимости от назначения в корабельных вертолетах размещается различное оборудование, которое оказывает основное влияние на их конструкцию. На корабельных вертолетах складываются лопасти несущего винта для уменьшения его размеров при нахождении на нижней палубе. Имеются швартовочные узлы. Приняты конструктивные меры для повышения прочности шасси для выдерживания нагрузок при посадке на качающуюся палубу, а также меры для уменьшения проскальзывания при посадке и стоянке на качающейся палубе. В 1956 году началось серийное производство К-15. Одновременно в составе военно-морского флота формировались первые вертолетные части. В начале 60-х годов 8 эскадренных миноносцев были оснащены взлетно-посадочной вертолетной палубой, имели специальное оборудование, каюту для пилотов и авиатехников. Противолодочный вертолет К-15 был предназначен для поиска и обнаружения подводных лодок стран-членов НАТО на Океанском театре военных действий. Он оснащался двумя радиогидроакустическими буями или приемным устройством. В море одновременно работало несколько вертолетов К-15. В заданном квадрате один экипаж сбрасывал буи, а другой при помощи специальной принимающей аппаратуры получал информацию о нахождении в этих водах субмарины. При ее обнаружении начинал работать третий вертолет, оснащенный специальным прицелом. Он был вооружен двумя глубинными бомбами большой мощности. Штатное бортовое радиолокационное оборудование К-15 обеспечивало выполнение полетов днем и ночью в сложных погодных условиях. В 1957 году в конструкторском бюро Камова был создан учебный вертолет УК-15 с двойным управлением, дополнительными пилотажными приборами и шторками для обучения слепому полету. Он успешно прошел государственные испытания и выпускался серийно. Работа над улучшением летно-технических характеристик 15-го велась и во время его производства. К-15М отличался повышенной надежностью и был более удобен в эксплуатации. На нем впервые была установлена противообледенительная система для лопастей винтов. Вертолет применялся в различных вариантах и имел для этого специальное оборудование. Аппаратуру опрыскивания и опыления аэрозолями, подвесные контейнеры для перевозки почты и мелких грузов, спасательные лодки, подвесные гондолы для перевозки больных. На К-15М были установлены два мировых рекорда скорости. В 1956 году конструкторы представили еще одну машину, созданную на базе 15-й К-18.
На вертолете удлинили фюзеляж и хвостовую балку, расширили кабину. Кроме летчика, К-18 мог перевозить 2-3 пассажиров или больного на носилках с сопровождающим медработником, а также выполнять все функции вертолета К-15М. В следующем году он успешно выдержал государственные испытания и несколько лет выпускался серийно. К-18 – многоцелевой вертолет соосной схемы. Максимальная взлетная масса – 1502 килограмма. Длина – 10 метров. Высота – 3,4 метра. Диаметр главного винта – 10 метров. Силовая установка – двигатель АИ-14ВФ мощностью 300 лошадиных сил. Максимальная скорость – 160 км в час. Динамический потолок – 3500 метра. Практическая дальность полета – 350 километров. Полезная нагрузка – 1 пассажир или 364 килограмма груза. На всемирной выставке «Экспо-58» в Брюсселе К-18 был отмечен золотой медалью. Построили около 200 экземпляров этой модели. Вертолеты семейства 15-х находились в эксплуатации 2 десятка лет и позволили накопить большой опыт практического применения машин соосной схемы. К-15 стал базовой моделью, с которой началось создание целой серии противолодочных ударных вертолетов. Рассказ о них в следующих фильмах «Оружие».